Ну что, друзья, давайте разведаем данную обстановку. Мы сделаем это при помощи аналитического центра Яндекс.Пробки и не без вашей поддержки, естественно. Если есть что сказать, набирайте 314-107. Итак, 7 баллов из 10 возможных. Так оценилась ситуация и крупнейший затор на данную секунду. Проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетика, подвозчик Никонратика, Большую улицу. Здесь скорость поток 11 км в час, протяженность пробки аж 4,5 км. И примерное время проезда 24 минуты. Пробка на Потутина от улицы Бурденко до Пермитина. Также стоит Богдана Хмельницкого от улицы Новая Заря до Тайгинской улицы. Все очень плотно на Димитрово. Это проспект. Улица Фрунзе от улицы Максима Горького до Ипподромской. Также пробка зафиксирована на Красном проспекте от улицы Писарев до улицы Аэропорт и на Большевицкой улице от Ульяновской до Коммунального моста. Рулевые 314-107. Сейчас я снимаю трубку с телефона. Кто у нас на связи? Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Ольга. Ольга, рассказывайте, где вы? Да, едем фабрично, и все до Каменской магистрали, буквально вообще все плохо. Ну прям все и конца и края. Да, не 35 км в час движемся. А как долго стоите уже? Ой, минут 40 точно. На середине фабричной. Ну вот в такие минуты чем предпочитаете заниматься в пробке? Ну, мало ли, я не знаю, интернет, на соцсети. Включаю погромче музыку. Музыка здесь очень скоро, вам спасибо за информацию. Вот чуть-чуть буквально потерпите, и музыка громкая, популярная, современная, все к вашим услугам. Статистический центр Яндекс.Пробки докладывает о заторе на Никитина, Гусинобровское шоссе от Пролетарской улицы до улицы Добатора, на Северной, улица Залесского, от Дачной улицы до улицы Дуси Ковальчук, и придется постоять на Немировича Данченко от улицы Ватутина до улицы Станиславского. 314-107, добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Максим. Тезка, рассказывайте, где вы? Ну, мы, как всегда, стоим на добра любого. Это уже традиция, да? Конечно. И что там, какова ситуация, примерно? Ну, светофор медленно работает. Соответственно, медленно едете, да? Да, пробираемся на Большевистскую, очень трудно. Макс, спасибо за информацию, вам остается лишь пожелать терпения. Ну и оставайтесь на волне 107. Давайте посмотрим ситуацию на мостах. Коммунальный на правый берег 2 балла, на левый 9. Все очень серьезно. Димитровский на правый 4, полегче, на левый 8 баллов. Значит, Бугринский, что у нас здесь? В обе стороны все абсолютно чисто, традиционно. И плотина ГЭС в обе стороны 1 балл. Все тоже очень легко. Ну что, спасибо всем дозвонившимся, спасибо нашему партнеру, аналитическому центру Яндекс.Пробки. Друзья, продолжаем в том же духе. Не забывайте, что также дорожной информацией можно делиться посредством нашего смс-портала 5522 и звездочка перед текстом. Рулевые на радио Юнитон. Скажите, где поставить качественный ксенон? Хороший вопрос. Сегодня качественный ксенон не везде могут поставить. Его поставить могут не только лишь везде. Мало где могут это сделать. Сказал, как отрезал. В студии «Ксенон 54». Профессионально ставим качественный ксенон.